Меня спрашивают, о чем никогда не нужно интересоваться у другого человека. Есть правила приличия, и в целом в каждой традиции есть свое отношение к определенному списку тем. Да? Ну вот, условно говоря, в нашей традиции, например, некорректно спрашивать у женщины, какой у нее возраст. Вот, хотя в других культурах это может быть иначе, и это никого не смущает. Все, что касается личной жизни, да, сексуальных отношений, все это тоже является в нашей культуре определенного рода табу. Это личное дело каждого человека, и спрашивать про это тоже некорректно, неделикатно там, и так далее. Вот. Но в целом, если вы находитесь с человеком в абсолютно доверительных отношениях, если это ваш близкий человек, то я бы очень рекомендовал ничего друг от друга не скрывать, рассказывать про свои ожидания, где-то боли, где-то проблемы, искать психологическую поддержку и оказывать психологическую поддержку. Потому что есть и должны быть в нашей жизни люди, у которых мы можем спросить все и которые нас могут спросить все. Потому что это честная внутренняя жизнь, которую мы должны проживать с близкими нам людьми.